мороз, дождь, вот все равно стоять, ничего нету, ни от кого помощи нет. Никто не... Он и хавается от нас, это и директорша, и операторы. Вот, и нас, когда мы это сдавали, они нас приглашали, вот ласково, а сейчас никто ничего не имеет. А по поводу того, почему сложилась такая ситуация, как-то объясняют? Да ничего никто не объясняет, я говорю, ваши деньги работают, вот мы не можем, нам не привозят денег. И все, это вся их отмазка. Они понабирали клиентов, стояли у них столики в райисполкоме, там, где люди переоформили. Пожалуйста, давайте, мы вам будем карточки прямо выдают. Ну и что, получается, что они людей набрали клиентов, а не успевают. Вот очередь, а 1167, когда я получу. И как долго вы уже стоите в этой? Ну, наверное, неделю надо сюда ходить, вот, проверяться, отмечаться. Шакалы здесь, вот так вот и передают. Вот шакалы собрались. А по пенсии.